Ой, господи, я не могу, это вообще какой-то... Я их сейчас натукаю, сломаю! Манюся, сломай! Сейчас тебе, блядь! Быстро угомонился, блядь. А ты щекоток боишься? Нет, не боюсь. А если под мышкой? Ты что такой озабоченный-то? Иди! Иди! Я эту камеру сейчас... Ой, капец, капец. Я сейчас тебе... Не трогай телефон, я сказал тебе, он ты стоит. Ты что снимаешь? Ты что снимаешь, ёшкин кот? Ай, я тебя сейчас подырю. Ай, придурочный капец. Я не скачницы. Ты на той придурочной, вот скажи мне. Ну, началось утро в деревне. Я тебя в YouTube выложу, боже, знаменитым хулиганом. Это в YouTube выложу. Такой вот смешной, ты посмотри на него. Я тебя в натуре в YouTube. Сейчас кто-то... Да ты посмотри, какая маленькая пиявка. Угомонись уже, маленькая пиявка. Так, угомонись. Не ходи! Да он орёт постоянно из-за чего-то, я не знаю. Его в YouTube выложу. Нет! Да. Нет! Я сказал, не орать тебе. Сейчас я сломаю этот телефон твой. Ну-ка, выключай камеру. Посмотри его пока. Я тебе сказал, вообще-то не вздумай, блядь, телефон мой трогать. Ты посмотри, какое говнотик, а. Ай! Капец ты. Хватит орать, я тебе сказал. Ну-ка, дай телефон. А вот нет. Дай я что-то... А давай без давай, давай. Чё ты снимаешь мне? Да алло. Потому что ты ведёшься неадекватно. Немножечко. Из-за этого. Сейчас. Громко зову! Хватит орать, я тебе сказал. Потом знаменитым будешь мальчуганом. Ёбаный, его не трогать мне. Вот поросиков, блядь. Нет! Ну-ка быстро угомонился, я тебе сказал. Я сейчас твою камеру закрою, если ты не заткнешься. Выключай камеру, ёшкин кот! Давай выключай камеру, ёшкин кот! Дай чуть-чуть еще поснимаю. А то ты смешно так выглядишь, капец. Я сейчас тебе стулом. А ты чего, мальчик?
блядь. Все, ты быстро, блядь. Посмотри, что, блядь, а, творится. Что сюда это? Я сейчас тебе ногу подставлю, а ты запнешься. Капец, ты смотри. Не снимай, блядь! Я сейчас камеру тебе сломаю кулаком. Капец. Ну-ка за тобой посижу. Воду хватит открывать, я тебе сказал. Я тебе в натуре в YouTube выложу, если не прекратишь себя так вести. Я все маме скажу. И что? У меня мама сейчас сильная. Сейчас выломает тебе дверь. И будешь так выходить. Давай, пускай попробует ремонт потом оплачивать. Не! Дад! Сейчас... Ебать. Берет ножницы еще, ты посмотри на него, а. Быстро прекратил. Отстань!